С 11 часов в вестибюле Харьковского городского совета толпятся посетители. Здесь сегодня день жалоб. Накануне активисты Харьковского Евромайдана распространили в соцсетях призыв подать заявление с требованием прекратить сепаратистские митинги в городе. Игорь Борисович только сегодня вернулся из командировки и сразу отправился в горсовет. Я пришел жаловаться на то, что у нас в городе постоянно нарушается Конституция Украины, что у нас ведутся действия, направленные на раскол Украины, сбор средств, митинги под непонятными флагами за деление этой территории и других территорий от Украины. Это преступление. И это преступление надо останавливать немедленно. Еще 10 апреля Харьковский окружной административный суд запретил проводить в городе подобные мероприятия. Но этот запрет регулярно нарушается, возмущаются пришедшие в мэрию люди. Сегодняшние акции они рассчитывают изменить ситуацию. За день активисты планируют собрать 300 жалоб. Половина третьего было подано уже около полусотни. Все на имя городского головы Геннадия Кернеса. Если же мэр не отреагирует, активисты обещают осаждать и другие органы власти. Какие именно, не говорят. Я не буду говорить, какие, чтобы это было таким сюрпризом. И чтобы они не подготовились, не сделали выходной или санитарный день. Объявлять о следующих подобных акциях будут накануне и также в социальных сетях. А еще, говорят активисты, чтобы пожаловаться на тех, кто призывает к расколу Украины, таких акций ждать не обязательно. Можно действовать и самому. Алена Сорока, Алексей Антонов, агентство телевидения «Новости».